Так, привет, друзья! Сегодня будет краткий обзор на мультитул Ganza NG201. Итак, начнем обзор. Данный мультитул я заказывал с сайта AliExpress. Стоимость $23.65 на момент заказа. Так, пришел он в хорошо запакованной коробке. В этой коробке также лежал мультитул упакован. Вот таким вот образом, да? Так, сейчас камеру понастрою. Модель Ganza G201. Счет от продавца $23.65. Данным мультитулом я не пользовался и, скорее всего, не буду пользоваться. Я его взял перепродать. С мультитулом шел такой паспорт. Мультитул упакован в хорошем чехле. Вешается он на ремень. И вот двумя способами, я так понимаю. Здесь вот можно просунуть ремень. Так. Чехол на защелке. Вот такие вот биты. Биты еще в масле. Не буду их дальше распаковывать. Хотя, может быть, и придется. Сразу скажу, что вот чехол, то есть не чехол, а место для бит, оно не очень конструктивно правильно сделано. Сейчас возьму фонарь и подсвечу вам. Ну и так, смотрим, да, как оно сделано. Здесь вот кармашек мы видим. Когда в этот кармашек много раз будешь вставлять и вытаскивать биты, он просто-напросто порвется. Дальше. Вот сам мультитул. Модель Ganza G201, как мы видим. Вот здесь все прекрасно видно. Разбирается простым способом. Плоскогубцы на первый взгляд крепкие. Кусачки на плоскогубцах сведены к внутренней части, что делает, что дает этому мультитулу большие плюсы при перекусывании больших сечений проволоки. Проволока просто-напросто не будет выскальзывать, а будет идти к середине, так, к нижней части, да, или как она называется, к внутренней части плоскогубцев, вот, то есть кусачек, и перерезаться. Далее. Давайте посмотрим внутренности мультитула. Первое. Так, с чего начнем? Серейтерный нож. Нож используется для перерезания резины, допустим, или какой-то тряпочной поверхности. Можно также перерезать проволоку, замотанную в тряпочную обмотку. Далее. Так, спрячем серейтер. Открывашка. Кровашка используется, сами знаете, для чего. Следующее. Так, следующее. Сказать, если без ногтей, неудобно подлазить. И ногтей нету.
видите, да, минус какой уже. Тяжело открыть, ладно. Начнем с чего-то дальше. Давайте по очереди вытащим все. Вот. Так, это у нас такая плоская отвертка. Ну что, отвертка есть отвертка. И ножницы. Ножницы. Так, давайте все остальное спрячем, проверим наши ножницы. Я тут заготовил лист бумаги А4. То есть, ну, все видно, как он хорошо режет. Так, дальше. На одной стороне закончили. Следующий нож. Нож, в принципе, до идеальной остроты не наточен. С двух сторон сведения. Давайте проверим. Хотя режет хорошо. На первый взгляд казалось, что он вообще не наточен. Мерить руки не будем пробовать. Когда он у нас не предназначается для этих целей. Ну вот, в принципе, я и порезал себе палец. Так что аккуратнее, ребят. Так, насадка для бит. Это будет использовать этот набор бит. Еще раз говорю, не хочется их открывать, так он в масле. Пускай лучше лежит до своего покупателя. Следующее. Так, следующее у нас является это шило такое с отверстием. Ну, в принципе, шило не так уж остро заточено, но заточено тоже режет. Сведение у нас неравномерное на шиле. И далее последнее у нас тут. Ножовка. Ножовка. Взял досочку. Давайте попробую я что-нибудь перепилить. Так, ну я в таком неудобном положении тут нахожусь. Почему-то, да нет, я смотрел видео на ютубе, он пилит, надо, видать, приловчиться. В принципе, мы видим, да? Пропил есть, надо приловчиться. Ну и что сказать, давайте посмотрим, сколько тут всего, сколько здесь всего инструментов у нас. Так, ножницы, открывашка, третья отвертка плоская, четвертый серейтерный нож, пятая нож, шестой набор для бит, седьмой шило, восьмая ножовка и девятая, соответственно, плоскогубцы, да. Вот. Ну что сказать в общем. Сам мультитул крепкий. На первый взгляд, конечно, им нужно попользоваться определенное время, чтобы сказать уж точно, крепкий он мультитул, выдержит ли он какие-то определенные условия. Но на первый взгляд это выполнен качественно, ничего нигде не люфтит, не шатается. На первый взгляд сталь хорошая. Вот такой небольшой обзор. Следующий обзор я буду снимать на Ганзе G301. Ставим лайки или дизлайки, кому не понравилось.
Спасибо всем за просмотр. Всего вам доброго. Всем пока-пока.